по схеме, которая изображена снизу, нам известны вектора, длины векторов ВК, В и ВС. И надо восьмой задачей определить угол сдвига фаз между током и общим напряжением, используя эти три вектора. Изобразим на векторной диаграмме UL, UC, UR. Приведем к нашим данным. Нам данный вектор УК, данный вектор С и дана вектор УК плюс УС образуют общее напряжение, которое равно входному напряжению У. Поскольку в параллелограмме мы складывали по правилу параллелограмма, противоположные стороны равны, то мы в этом треугольнике можем найти угол альфа, используя теорему косинусов. У r в квадрате плюс у c в квадрате. Нет, это у c у нас. Вот это у c, а вот это у плюс у в квадрате минус удвоенное произведение у c на у на косинус альфа. Отсюда найдем косинус альфа и скажем, что угол фи, который нам надо найти, будет связан с углом альфа через фи, будет равен пи пополам минус альфа.